Сегодня на территории образовательного учреждения школы 2000, расположенного по адресу улица Кошкина, дом 13-2, мы Советом депутатов муниципального округа Москворечья-Сабурова в рамках реализации программы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводим мероприятие, которое так и называется «Уроки живой истории». Это такая площадка интерактивная, где представлены виды боевого оружия, инструктора, педагоги в военной форме рассказывают ребятам о том, как проходили военные действия, с помощью каких средств орудий, связи наши бойцы защищали границы нашей Родины. В рамках реализации данного мероприятия мы попытались охватить как можно больше учащихся разных классов и рассказать им о данном мероприятии в доступной форме для ребят 5, 6, 7, 8 классов. Также нами были приглашены ребята, которые, они как бы профкадетское воспитание у них называется, образование из другого здания. Тоже они придут, как нам кажется, с коллегами-депутатами, что именно эта форма сейчас интерактивного урока, она наиболее интересна и востребована у ребят, когда можно не только получить информацию, да, но и прикоснуться, потрогать, взять руки в автомат, как он действует, что у него передвигается. Вот военная форма, они могут посмотреть на нее, потрогать, померить. Вот именно такое погружение, будем говорить так, в реальную действительность, наверное, наиболее интересно ребятам, и поэтому мы считаем, что это правильное направление, и в дальнейшем планируем мероприятия, которые будем реализовывать для наших ребят, именно вот в такой форме.